Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для топа. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Направление узора будет идти сверху вниз, а вязать мы его будем как обычно. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 12 петель на 4 ряда. Для примера мы наберем 20 воздушных петель. Первую петельку мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Набрали, держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. Объясняю для новичков, 3 воздушные петли подъема нам заменяют столбик с накидом. Возвращаемся в ту петлю, которую держали, и отступаем от нее одну петлю. Мы заходим в пятую петлю и провязываем столбик с накидом 1. И провязываем этот ряд в каждую петлю столбиками с накидом. В каждую петлю. Вот таким образом. Провязываем последний столбик в последнюю петлю воздушной цепочки. Мы с вами связали первый ряд столбиками с накидом. Начало первого ряда по схеме. Это у нас считается фундаментальный ряд. По схеме он не обозначается. Смотрите на схему. И получается у нас начало первого ряда. Это 5 воздушных петель. 3, 4, 5. 5 воздушных петель нам заменяют столбик с тройным накидом. Переворачиваем работу. И из этой точки в основании, вот из этой точки, мы вывязываем столбик с тройным накидом. Мы делаем тройной накид на крючок, заходим в первую петлю или в основании воздушной цепочки и провязываем столбик с тройным накидом 1. Мы с вами связали столбик с тройным накидом. По высоте у нас это получается 5 воздушных петель. 3 воздушные петли, и из этой же точки мы вяжем элемент 3 столбика с накидом с одной вершиной. Мы набираем на крючок 3 раза 3 накида, заходим в эту же петлю, в эту же точку, провязываем столбик с тройным накидом и оставляем его на крючке. Мы не провязываем его сейчас. Делаем тройной накид на крючок. Из этой же точки мы провязываем еще столбик с тройным накидом. И оставляем его на крючке. Делаем тройной накид на крючок. Заходим в эту же точку и провязываем столбик с тройным накидом. У нас сейчас на крючке 4 петли. Мы провязываем все одной петлей. И у нас получился такой элемент. Пышный столбик из 3 столбиков с накидом, с тройным накидом. Теперь 2 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, 3 столбика внизу. Заходим в 4-й и вывязываем и провязываем столбик без накида. 1. Привязали этот элемент основной нити, к полотну, и у нас этот лепесток ушел немного влево. 2 воздушные петли, пропускаем 5 столбиков внизу, 1 2 3 4 5, заходим в 6-й, и из него мы сейчас будем вязать элемент, который состоит из 3 пышных столбиков с 3 столбиками, с 3 накидами одной вершины. Очень сложно, давайте начинать вязать. Делаем тройной накид на крючок, заходим в 6-й столбик,
провязываем столбик с тройным накидом и оставляем на крючке. Набираем тройной накид на крючок, заходим в этот же, в эту же точку и провязываем еще столбик с тройным накидом. Оставляем на крючке тройной накид на крючок, заходим в эту же точку и провязываем столбик с тройным накидом. На крючке 4 петли провязали все одной петлей. У нас получился пышный столбик из 3 столбиков с тройным накидом с одной вершины. 3 воздушные петли. Тройной накид на крючок, заходим в эту же точку и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с тройным накидом. Один столбик провязали, оставили на крючке. Делаем тройной накид на крючок, провязываем столбик с тройным накидом, оставляем на крючке. Делаем тройной накид на крючок, заходим в ту же точку, провязываем столбик с тройным накидом. На крючке 4 петли провязали все одной петлей. У нас получился второй пышный столбик. 3 воздушные петли, тройной накид на крючок. Заходим в эту же точку и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с тройным накидом. Первый столбик с тройным накидом провязали, оставили на крючке. Делаем тройной накид на крючок. Заходим в эту же точку и провязываем столбик с тройным накидом. Тройной накид на крючок, заходим в эту же точку и провязываем столбик с тройным накидом. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. И вот у нас получился красивый элемент из 3 столбиков с тройным накидом с одной вершины. Далее мы вяжем 2 воздушные петли. Пропускаем 5 столбиков внизу, заходим в 6-й. Привязываем этот элемент столбиком без накида. Привязали элемент к полотну. Далее 2 воздушные петли. Заходим в первую петлю подъема. Делаем тройной накид на крючок, а потом заходим в первую петлю подъема и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом с одной вершины. Провязываем второй столбик с тройным накидом, оставляем на крючке. Третий столбик с тройным накидом оставляем на крючке. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные петли, и в эту же точку мы провязываем еще один пышный столбик из 3 столбиков с тройным накидом с одной вершины. Один столбик провязали, вяжем второй столбик с тройным накидом, оставляем на крючке, провязываем третий столбик с тройным накидом, оставляем на крючке. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. Мы с вами связали еще один элемент. У нас в этом ряду получилось один полный элемент из 3 столбиков и 2 элемента половинки. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда, 3 воздушные петли подъема. Объясняю для новичков. 3 воздушные петли подъема заменяют нам один столбик с одним накидом. Переворачиваем работу налево. Для удобства приучайтесь это делать сразу. Заходим в основание воздушной цепочки и провязываем столбик с накидом 1. Заходим в арочку, вывязываем 3 столбика с накидом из одной арочки. Нам надо провязать ряд столбиками с накидом. Далее мы заходим, пропускаем пышный столбик, заходим в следующую арочку и провязываем 2 столбика с накидом. По ходу вязания в предыдущем ряду у нас есть столбик без накида. Мы заходим в него и провязываем столбик с накидом. Далее мы заходим под арочку, провязываем 2 столбика с накидом из одной арочки. Провязали.
Теперь заходим в большой элемент предыдущего ряда, заходим в первую арочку, вывязываем 3 столбика с накидом 1, 2, 3. Теперь будьте внимательны, мы заходим в макушку второго лепестка и из него вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Смотрите схему. Далее мы заходим в арочку следующую между пышными лепестками и провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Далее мы переходим в следующую арочку после пышного столбика, и из нее мы вывязываем 2 столбика с накидом. По ходу вязания у нас есть столбик без накида, мы заходим в него и провязываем столбик с накидом. Далее мы заходим под арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. В конце ряда у нас есть половинка элемента, мы пропускаем лепесток, заходим в арочку, вывязываем 3 столбика с накидом из одной арочки. 2, 3. В конце ряда, в пятую петлю подъема, мы провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Мы с вами связали второй ряд по схеме. Начало третьего ряда, 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом. Переворачиваем работу налево, приучаем себя, что мы переворачиваем как книгу эти листочки. Далее у нас есть в предыдущем ряду столбик без накида. Из него мы связали столбик с накидом. Вот мы заходим в эту точку, она у нас будет сейчас рабочая. Вывязываем большой элемент, состоящий из 3 столбиков, пышных столбиков, из 3 столбиков с тройным накидом и одной вершиной. Мы вяжем первый пышный лепесток, столбик. 1 столбик связали, оставили на крючке с тройным накидом. 2 столбик провязали, оставили на крючке. 3 столбик провязали, оставили на крючке. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. Мы связали пышный столбик. 3 воздушные петли, тройной накид на крючок, заходим в эту же точку и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с тройным накидом. 2 оставили на крючке, 3. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей, пышный лепесток, столбик у нас готов. 3 воздушные петли. Делаем тройной накид на крючок, заходим в эту же точку и вывязываем еще один пышный столбик из 3 столбиков с тройным накидом. Тройной накид на крючок, заходим в эту же точку, провязываем столбик с тройным накидом. Мы с вами связали 3 столбика с тройным накидом. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. У нас готов 3 пышный столбик, 2 воздушные петли. Теперь смотрите, у нас в предыдущем ряду были 3 столбика из одной точки. Мы заходим во второй и провязываем столбик без накида. 1, 2 воздушные петли. И переходим, находим столбик без накида предыдущего ряда. Над ним мы провязали столбик с накидом. И из него мы провязываем точно такой же элемент, состоящий из 3 столбиков с тройным накидом. Мы делаем тройной накид на крючок. Заходим в столбик. Провязываем столбик с тройным накидом. Оставляем на крючке. 2 столбик с тройным накидом оставляем на крючке. 3 столбик с тройным накидом оставляем на крючке. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей, 3 воздушные.
тройной накид на крючок, провязываем один из трех столбиков с тройным накидом, второй столбик с тройным накидом, оставляем на крючке и третий в эту же точку. Один, два, три. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные. Это у нас второй лепесток. Теперь вяжем третий в эту же точку. Первый столбик оставляем на крючке. Второй столбик оставляем на крючке. И третий столбик с тройным накидом оставляем на крючке. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. Мы провязали. Далее у нас 2 воздушные петли, и в третью петлю подъема мы вяжем столбик без накида. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда 4 воздушные петли. Заходим в арочку, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Заходим в следующую арочку между пышными столбиками и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Из макушки пышного столбика предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в следующую арочку после пышного столбика и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем из него столбик с накидом. Заходим в арочку, вывязываем столбик, 2 столбика с накидом. 1, 2. И так далее. Точно так же, как мы делали в начале. Мы заходим в арочку, 3 столбика с накидом. 2, 3. Из макушки второго столбика мы вяжем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. Заходим в арочку, вывязываем 3 столбика из одной арочки. 1, 2, 3. И в конце ряда мы заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. И последний столбик, чтобы у нас был ровный край, в последнюю петлю мы провязываем столбик с накидом. И у нас получается ровный край. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда 5 воздушных петель. Делаем тройной накид на крючок, переворачиваем работу налево, заходим в эту точку, в первую петлю, и провязываем столбик с тройным накидом. Мы уже такое вязали в начале первого ряда. Мы с вами связали образец согласно схеме. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Подписывайтесь на все мои социальные сети ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме. Там я размещаю видео, которые мы с вами рассматриваем узоры здесь, в Ютубе. И также там есть очень много видео, схем, фотографий для вдохновения. А всем пока-пока!